преддверии 30-летия ветеранской организации ОМВД орловские полицейские и милиционеры в отставке решили сажать рябины. Продолжить аллею, заложенную в 2016 году в память о погибших коллегах, действующие сотрудники и пенсионеры решили общими силами. К акции примкнули депутаты городского и областного советов. Посадку рябины рядом с братским кладбищем жертв фашизма возглавил начальник управления по работе с личным составом регионального ОМВД. По окончании работ собравшиеся почтили память погребенных на братском кладбище военнопленных и мирных граждан.